Встаньте, посмотрите, хорошо ли. Ой, барышня, какая же у нас красавица. Наша невеста лучше всех. Князь будет доволен. Невеста готова. Приказывайте подать карету. С Богом. Ну, дети. Благословляю тебя, Маша. Папенька. Возьмите же ее. Папенька. Возьмите же ее. Ничего, ничего. Что? Ничего, ничего. Это всегда так бывает. Это всегда Дочка. Так бывает. У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше была. Все гости нарядно одеты, да всех краше была. На ней было белое платье, венок был приколот из роз. Она на святое распятие смотрела сквозь радугу слез. Горели печальные свечи, невеста стояла бледна, священнику клятвенной речи сказать не хотела она, священнику клятвенной речи сказать. Когда ей священник на палец одел золотое кольцо, из глаз ее горькие слезы ручьем потекли на лицо, из глаз ее горькие слезы. Я слышал, в толпе говорили, жених неприглядный такой. Напрасно девицу сгубили, и вышел я вслед за толпой. В церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех краше
все гости нарядно одеты.